Итак, всем привет, мы продолжаем ходить чистое небо. Так, бандики, походу, свалили. Хотя не. Мне вот интересно, куда они пойдут? Через локацию пойдут или что? Ну-ка. Так как же там порешат, в прямом смысле? Учитывая, сквозь текстуры походит. Ужас. Ужас. Не, ну их однозначно там порешат. Бандитов тут уже не любят. А там и чистое небо, и как его там забыл, неважно. А почему здание потяните? Хрен там, что тут написано. Так, там у нас западня. Ну да, одного вижу. Так. Тут западня, походу, везде, блин. Так, давайте-ка мучиться не будем. С винтореза. Готов. Тихо. Я знаю, там кто-то есть. Другой вопрос, кто? Что-то тут вообще никуда потише нельзя. Это голод или что, я не пойму. Как на балкон залезть, опять же? Ты там никого. Упс. Ну-ка, покажись. Все. Так откуда там палят-то? А, вон. Вот и все. И все, что ли? Не, ребят, ну вы меня огорчаете. Да. Ваша мать. Ну везет, конечно, как утопленнику. И что ни в одно здание пойти нельзя, я не пойму. Нереалистично же, ё-моё. Тихо. А, это нейтральный. Сейчас бы пульнул. Чем мне тут всю западню показывать? Я даже всех убил уже. А, в баню. Наемник, давай сюда, новости расскажу. Да не высовывайся особо, завалят! Ладно. О! Ну и в заваруху мы вляпались. Значит, смотри. На балконе, в доме слева, пулеметная точка. Садит так, что мама дорогая. Если сможем ее вынести, попробуем пройти дальше. Я отвлеку огонь на себя, а ты давай в дом и сделай этого, который за пулеметом. Начнешь по моему сигналу. Ладно. Наемник, вперед! Так, как в здании-то как? Ну чё? Опа! Стреляй! У меня пушки нету! Да мне пофигу, что у тебя нету. Сейчас фрейра придет! Тихо-тихо! 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 Блин. Удачно. Че, да где тут пойти-то, ё-моё? А, ну-ка.
Да твою мать, а. Тут вообще пойти где-то можно в здание или нет? Ничего, в окно лезть, что ли? Идиотизм. Чё-то я не мой день. Чё-то в окно даже не могу полезть, чё за смех? Не, ну... Блин. Приходит Зэ, я туда пил. Так, тихо. Осторожно, ножом не лезу. Чё-то потрепал. Да. Что они так больно снимают? Ну чё, ждём ещё? Смотрите, кто к нам колёса катит! Да это нереально, блин. Мне так бинтов не хватит. С аптеками. В прямом смысле причём. Давно бы так. Чё, ты чё, сюда просто так же шёл? Давайте-ка с этого. Да ё-моё. Вы издеваетесь? Давлю его, давай, вылечу. Да блин. Они тут что, все с винтаризмами, что ли, мы? С винтарями или как его тут? Винтарь ВСМ, да. Идиотизм. От этой пушки уже толку, честно, мне кажется, никакого. Да. Так что давайте-ка, наверное, выбросим нафиг. Хотя нет. Прицел-то отсоединить надо. Выбросим. На. Так, думаю, будет намного лучше. Так, тихонько. Походим. Патрончики я заберу.
Ну-ка, покажись. Так, один готов. Ну. Покажись. Да ё-моё. Ну. Ты чё ты там засел? Я вообще по нему попадаю, не пойму. А не, попадаю. Потому что он вроде сдох. Так, этот явно не высунется. Ну и пусть сидит. Если хочет так. Идиотизм. Чё ж ты там засел? Блин, да они там все засели. Выноси бычье! Не, ну кто же знал, что тут один сидит-то, ё-моё. Только где он? Это хороший вопрос. Тихо. Здесь Сироп, отряд чистого неба. Мы уже на подходе к перекрестку. Наемник, сейчас поможем, держись. Ага, где же раньше были? Чё, даже противники серьезные пошли. Пришлось на винта перейти. На более убойный ствол. Так, чё у кремельщика тут? Они нас видят! О! А, блин, ну у меня этих патронов мало. Откуда он появился, е-мое? Все, мы их расчесали. Так, наемник, давай-ка я тебе расскажу, что делаем дальше. Не, пулемет, конечно, хорошая штука, но, блин, тяжеловатая. Даже слишком. Хотя, не, пожалуй, ствол тут оставлю все-таки еще. Мало ли, как говорится. Ну, кто знает, может повезет, потом еще к нему найду. Всякое бывает. Черт, откуда у него столько тут патронов-то? Нифига. Ё-моё, вот это тяжелая артиллерия, блин. Да. Обалдеть. Ну, у меня уже и дофига. Бульдог. Не, ну штука вообще неплохая. Хоть и перезаряжается очень долго. Пожалуй, оставлю. Кто знает, может потом пригодится тоже. Черт, мне лишнее бы все куда-нибудь скинуть, это точно. Пулемет бы подать, конечно, потому что толку не особо-то много от него. Это да. Обалдеть.
Да уж сюда стоило зайти. Это точно. О. Спасибо. Черт. Ща бы аптеки. Черт, у меня даже перегруз уже есть небольшой. Хотя небольшой, это мягко сказано. Так, возьму-ка эти патроны только, да и все. И колбасу. Да, в принципе, тут делать больше нечего. И так уже перегруз полный. А, с тобой двигаемся вглубь города. Нужно добраться до канала за площадью. Там сейчас застряла группа наших. Будем помогать. Ты вроде малый не промах, поэтому предлагаю идти с нами. Рванули. Ну ладно. Спасибо за аптеку. Рванули, рванули. Куда ж вы так попёрли-то? Хорошо, приложу. Лови гранату! Ты дайте колпаки. Осмотреть. Чё, даже тупаки смотреть не дали. Садисты. Да подвинься ты, ё-моё. Сейчас я его гранатой! Да... Граната же я отлетела. Не бежим, не бежим! Не, ну вы сволочи, ребят, самый настоящий. Чё-то эту Климанскую уже ненавижу. Вот честно. Чё-то столько добра, нет времени ничего взять. Обалдеть. Не бежим, не бежим. Чё-то столько толпаков тут, ё-моё. Ё. А, они пустые. Уже видно, обобрали до меня. Что-то это все на западню похоже. Не бежим, не бежим! Да я не бегу. Я не самоубийца. Чёрт, ну нифига это место не нравится. Гастану, вон, адзаки. Чё, закрыто? На инсталляцию, что ли? Да уж чисто через голову тут долго побираться придется. Лезу со всех сторон. Занять круговую оборону. Чёрт, а? Наемник, не жги даром патроны. Уходи быстрее. Да не хочу я уходить. Ну ладно, уходить так уходить. Да сколько же? Лезу со всех сторон. Наемник, давай быстрее! Убила мужика! Ладно, валю, валю. Йоп. А, хрен два. Блин. Свали называется. Ну все. Чай, лимон! Чё, это сейчас какая-то фейл на фейле. Чё, ты где-то упадет там? Да блин. Будешь знать. Ваши задолбались аномалии.
Да тут кем пойдешь? А, ну да. Внимательность нулевая, конечно. Это да. Так, тихонько. О, там наши есть, похоже. Это хорошо. Тут и нычка рядом где-то. Это еще лучше. Еще бы кто аптеку подкинул. Вы бы вообще зашибись. Ну хоть это. Так, а куда идти-то дальше? А, вот. И кто-то с пулемета погиб. Наши, что ли? Черт, ну сегодня не очень удачная какая-то, я лично думаю. Будет пока. И чё? С этим поговорим. Наемник, ты вовремя. Мы застряли. И ни туда, ни сюда. Они сидят в здании на том берегу, и нас видят, как на ладони. Носа не высунешь. Лебедев сказал, мост надо взять. Стало быть, хоть как, но мы должны выбить их из здания. Эти сволочи засели в доме напротив. Мы у них как на ладони, так что рыпаться бесполезно. Только ребят зря положу. Мы отвлечем внимание на себя. А ты дуй во все лопатки к дому. Проберешься между укрытиями, а дальше чего объяснять? Вынеси пулеметчика, этот урод нам уже здорово нервы потрепал. Ребята, прикрываем его! Огонь! Господи, ну чем мне-то все перейти? Потихоньку, 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 потихоньку. Сбоку, сбоку, сбоку. Сбоку, сбоку, сбоку. Черт. Ну. Да вы сволочи. Тишина. А где один еще? А, вон. Сейчас. Блин. Кто по мне палит? Да блин, а? Ну покажись. Да твою мать. В задницу. Чё ж вы все по мне палите? Сволочь, а? Все аптеки сейчас посадут. Готов. Ё-моё, ну надолго, блин. Тихо-тихо. Да. Скотина. Чё-то между гранатами, то есть чё я возился-то? Там один, что ли, остался? Чё-то я сомневаюсь. Тихо. Так, ладно, не торопимся. Тут где-то еще одна скотина. Так, это пулеметчик, что ли? Ну да. Второй пулемет уже. А толку мой.
Ладно, давайте тупаки осмотрим, может, что полезное есть. Так, бинтик. Аптека. Ни хрена нету. Только их положите, тут какое-то говно дали, это вы издеваетесь. Че, мне на аптеке нужны, реально. Мне того, что у меня есть, чувствую, надолго тут не хватит. Так, ну хоть что-то. Да и чувствую, мясского починка костюм нужна будет. Это, кстати, тоже, да. Ладно. Да подвинься ты, блин. Ну хоть на аптеке щедовый, и то спасибо. Вот от этого не легче. Так, ну тут все похоже. Так, мне с той стороны что ли обходить? Да, ну видно точно тут. Ворота-то откроются. А, хрен. Еще удивляться подхватил до кучи. Где тут походить-то? А, там, кстати, по мосту еще можно пойти. Хотя не позже ли перепрыгнуть? Блин, ну да, перепрыгни, блин. Черт, они пошли пойти просто. Если можно, конечно, тут. Да фиг. Чё, да где тут пойти-то, ё-моё? Так. Решётка. Ну да, хрен ты прыгнешь. Ах ты ж скотина, ё-моё. Там внизу пойти можно, а я тут херню страдаю. Ой, идиот, блин. Не, ну это идиотизм. А ты подсказать не мог? Чё мне, блин? Сволочи. Печалит только, что не во все здания можно войти. Как-то реализм портит. Точнее, антиреализм. Жил? Нифига себе, целая цистерна жила. Была, точнее. И это еще что? Йо. Да нет, там нифига нет, походу. Так, лучше обойти нафиг эту аномалию. Блин, да аномалия-то приличная. Даже очень прилично, я бы сказал. Офигеть. И куда я только попал? Опять аномалия. Чё ж артефактов тут нету? Канычка-то где? Так, нафиг, 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 нафиг.
Так, значит, под мостом. Да ну. Небось, хрень какая-нибудь. Что-то даже лезть не хочется. В эту аномалию. Ну ладно. Любопытство губило кошку. Это однозначно. Ой, да ну нафиг. Не хочу, честно. Так, где мне пойти-то дальше? Хороший вопрос. Блин, да тут все в аномалиях. Вы издеваетесь? Ну ладно, выбора нету. Хотя, может, это не аномалия нифига, а что-то типа порталов. Ну точно. Заденешь, телепортируют назад. И все. Кукиш. Без масла. Так, а тут-то как? Да блин. А, на артефактов тут точно нету. Кстати, даже кусок машины отрезала. Ну-ка. Че, полезть не могу? Обидно. Так, ты тут хрен. Если только... Да не. Чё, да как тут пойти-то? Это ж тупо. Так, ну тут ясно не пойти. Чё там? Не, ну реально, может, машину? Только что я не повозю-то? Чё-то. Не, ну логически было бы полезть сюда. Только он не хочет. А тут хрен пойдешь. Что ж делать? Да блин, а? Да нет, это идиотизм, реально. Так близко и так далеко называется. Так, а если... Да не, не вариант. Чё-то я то ли туплю по полной, то ли хрен пойми. Не, блин, это точно надо в автобусе полезть. Больше-то и некуда лезть, реально, тут это везде телепортируют. Так а какого хрена я туда не лезу нифига? Задница слишком толстая, что ли? Твою мать, надо было прыгнуть, что ли? Тебе деизма.
Не, ну это жесть. Полная. Чё-то быстрее без этого Лиманска выбраться уже. Не, ну честно. Строительная площадка. Минуту. Чё-то у меня подозрение на снайперов плохое. Очень плохое чувство. Не, ну наверняка снайперы. Больше-то и некому тут быть. На строительной площадке-то. Чё, ну это если засада, это капец. Точно. Сволча. Да нифига. Во. Не, ребят, вы бешеные стали, реально. Очень бешеные. Как ты же скотин, ты на уху сидел? Чё-то как знал снайперы. Да? Мою мать. Да что ж вы так гранаты любите кидать, а? Да ты мать. Не надо. Че ты не дохнешь, а? Да не нужна мне граната, успокойся. Да вы офигели, реально. Сволочи. Эп. Скотина, а? Завязывайте, а. Ну, чё-то никого не вижу. Да? Не, это вообще. Осторожно. Да? Не, ну везет пипец. Фига же их там. Ну. Готов. А кто там палит? С другой стороны что зайти? Неудачно зашел. Тоже неудачно. Блин.
Блин, засада на засаде. Ну, отлично. Их там, по идее, совсем мало должно остаться. Палочка от сил. Так, потихоньку. Так, хорошо. Блин, у них там массовое производство, что ли? Ну, куда ты пошел? Отстой. Сколько ж там, ё-моё? Откуда? А. То, что я толпе давно уже понял. Блин. Я, конечно, не знаю, блин, но судя по сложности, а я так думаю. Задолбал. Судя по сложности, уже финал близко. Хотя, может, я ее не... Ну, что-то уж слишком сложно. Все. Идиотизм. Стреляйте, сколько влезет. Я вообще мимо иду. О, привет. Видно, зажали. Так, ну тут хрен пойти, похоже. Надо через здание, видно явно. Вот осталось-то там всего мало, наверное, уже. Палочка говнюков. Ну, засели хорошо, надо сказать. Внимание! Да... Откуда он появился? Держу, гада. Не. Чё тут близи? Сейчас я. Чё-то они вблизи дофига снимают. Да и на средней дистанции. Покажись, ё-моё. Враг! Твою же мать. Как минимум еще двое. Получи, гад! Кровы тебе! Вот у меня уже все кончилось. В прямом смысле костюм уже по-моему почти.
Где же он? Ну. Кранты тебе! Чё, нафига я. Прикрой, мужик! Слушай, скотина! Скоренько ищем, скоренько, пока не ушел! Ах, вот ты! Скотина! Не обзывайся. Ну я на этот раз надеюсь все. Потому что если нет, там поднимать. Не, ну это капец. Во всех смыслах. Да дай ты батон, е-мое. Надеюсь, хоть что-нибудь валяется. Нычка какая-нибудь. Аптеки, боеприпасы. Ну, это тоже неплохо. Только костюм уже почти сломан полностью. Вот это фигово. Очень. Да уж. Основная проблема — сломанный костюм. Так, тут не пойти. Тут тоже. Че, еще один? Был. Где ж он сидел, ё-моё? Так, а там ничего нету. А, в баню. Уже даже лень проверять, если честно. Посмотрим, то покида, пойдем дальше. Да уж, основная проблема — сломанный костюм. А не то, что аптек нету. Как туда-то попасть-то, а? Может, в окно выпрыгнуть? Хотя нет, это суицид. А там кто знает? Да уж, там кто знает. Так, ну давайте по лестнице на выше поднимемся. Я думаю, там что-то есть. Может, вот. Ну да, похоже. Так, а на самом верхнем этаже что? Может, что интересное есть? Ой, блин. Так, главное не упасть. Мне кажется, тут ни хрена нету. Весьма оригинально. Я надеюсь, там реально что-то есть. Да, стоило, блин. Thank you.
Прям пипец как стоило. А нет, там что-то есть, кстати. О, отлично. Да, обалденно, отлично. Они патроны чувствуют. Свои уже. Привет, наемник! Рада тебя видеть! Так, до выхода из города всего ничего. Не расслабляться. Идем осторожно. Береженого Бог бережет. Это точно. Только мне что-то кажется, все так легко не будет. Снайпер на башне! Всем открытие! Да блин. На башне. Все в укрытие. Василенко, подберись с ним, выкури этого снайпера. Все, что ли? Черт, эти скоты сварганили забор под током. Стоп! Весь город уже лет 20 без электричества. Значит, где-то рядом работает генератор. А вон и провода. Значит, он вон там, справа. Да ё-моё. А ты проберись туда и выруби генератор. Че ж все я должен делать? Не, ну почему всю работу я должен делать? Надеюсь, это будет получше. Чем я думаю? Так, медленно. Медленно, не торопимся. Че тут кругалями-то пошел? Что-то я не пойму. А, ясно. Я так срезаю типа, что ли? Ну да. Срезал, блин. Что дальше, я чуть не въеду. Не, ну вообще, если на крышу забраться, если я не туплю сейчас, что маловероятно, кстати. Так, а где лестница-то тут наверх? А, вот. Вполне возможно. Вполне. Так, тут не пойти. Ну да, видно, так и есть. Чуть Spider-Man Health. Главное не упасть. Главное не упасть. Чё, с умный костюм, конечно, это хреново.
Даже через чу. Ну и долго я тут. Так, тихонько. Блин. Че ж сюда так куда-то вверх тянет? Ну, где этот генератор что-то? А, вот и все. Отлично. Отлично! Забор обесточен! Идем дальше! Отлично, ребята. Основной отряд готов двигаться через Лиманск. Передовая группа. Ваша задача — найти вход в подземелье Припяти. Он в районе старого госпиталя. Это на окраине Лиманска. Координаты передаю. Че, там назад мне не вернуться, что же? Вот так! Обидно. Очень обидно. Да. Чуть больше всего этот уровень теперь ненавижу. Если честно. Больше всего. Точнее, этот кауту, блин, как его назвать-то. Че, ну я думаю, переходим в следующую локацию, тут закончим. Так, ну я думаю, в следующий раз продолжим. Часть и так уже выше продолжительные. Конечно, было много тупников, но я думаю, в следующий раз уже будет последняя часть, мне кажется. Потому что сложность резко выросла. Да, из минусов это, наверное, то, что только у нас костюм сломан. В остальном... Да, не так все хреново, хотя могло быть и лучше. Сейчас бы торговца, блин, и механика починить. Ну ладно, в остальном, наверное, продолжим в следующий раз. На этот раз, наверное, пока все. Спасибо всем, кто смотрел. Всем удачи, пока.